Здравствуйте, друзья! Для подключения двух компьютеров к одному интерфейсу я приобрел на Алиэкспрессе за $4 вот такой самый простой КВМ VGA переключатель. Выбор пал на VGA, так как мой монитор не имел HDMI входа, а по входу DVI не захотел работать через адаптер. Предположение, что на печатной плате хватит места на еще два переключателя для коммутации аудио и USB разъемов, полностью оправдалось. Правда, пришлось заменить переключатель мониторов, так как мне попался усеченный вариант КВМ, где не хватало одной группы контактов. Два дополнительных переключателя распаял в пистонах, запрессованных в печатную плату. Для дополнительных кнопок пришлось просверлить в лицевой панели два отверстия. Еще 6 отверстий просверлил в задней стенке для соединительных кабелей. USB кабели тоже изготовил самостоятельно. Для усиления резьбы, соединяющей половинки корпуса, запрессовал две буксы, чтобы с помощью дополнительных угольников можно было надежно закрепить переключатель. Вот что у меня получилось в результате. С помощью этого КВМ-переключателя я коммутировал интерфейсы двух ноутбуков, работающих десктопами. Сам переключатель закрепил на полке, расположенной над столом. А про эти странные белые заглушки я расскажу в одном из очередных роликов. Загляните в другие популярные темы канала «Сделай сам». Спасибо за внимание и творческих вам успехов, друзья!